Здорово, дорогой. 5 лет исправительных работ, 2 миллиона рублей штрафа или 3 года тюрьмы. Ждут тебя, если ты не отчитаешься по криптовалютам в течение 3 лет. С таким заявлением вышел у нас Минфин. Сейчас мы с тобой об этом поговорим. Буквально пару слов скажем о спонсоре данного ролика. Спонсор сегодняшнего ролика — это группа компаний EMCD. Тут ты можешь помайнить у них на пуле, сдать свой ASIC в ремонт, воспользоваться классным софтом для ASIC-ов, да, программным обеспечением. А если у тебя есть какие-то вопросы, ты можешь зайти к ним сюда в телегу-канал, в новостной канал или в чат поддержки. Здесь практически 2300 майнеров. И задать любые вопросы по этим сервисам. Спасибо пулу EMCD. А мы продолжаем. Значит, смотри, что происходит у нас в стране, да? Если ты не отчитаешься по криптовалюте, то тебя могут оштрафовать на сумму до 2 миллионов рублей, приговорить к принудительным работам на срок до 5 лет или лишить свободы на срок до 3 лет. У меня первый вопрос. А не слишком ли круто? Где хоть одна, вот у нас сейчас по закону криптовалюта, это получает собственность, да, будет? За какую собственность у нас дают до 3 лет тюрьмы? Скажи мне, я что-то такой собственности не знаю. Почему именно такой вот напор идет, да? Или, значит, может, не надо было тогда квалифицировать, что это собственность? В каких случаях это происходит? Если не отчитаться дважды за 3 года об операциях по криптовалютам на сумму от 45 миллионов рублей или от 15 миллионов рублей. То есть о любых суммах надо отчитываться, да, но просто разный штраф. Вот такая мысль. Ты сам зайди, почитай. Почитать ты можешь, кстати, вот здесь я это скинул, ради тебя чисто снял, чтобы ты знал эту мысль, да? Вот здесь новостной канал Соленова, здесь я это написал, и вот здесь у людей целая гора комментариев, видишь, по данному поводу, кто что пишет, тоже зайди, все обязательно почитай. То есть вот тут на паузу поставь сейчас в данный момент, и вот на эту ссылочку нажми, обязательно перейди. Давай я подожду, чтобы ты перешел. Перешел? Красавчик, дай бог тебе здоровья. Продолжая мысль. Хорошо. У меня такой вопрос. Вот смотри, вот у меня ребенок играет в игру. У них там внутриигровое золото, так называемая криптовалюта электронная, да? Они это золото могут продавать за игровые деньги. Ну, знаешь, Counter-Strike, там у них ножи, я не знаю, что у них там, пистолеты, автоматы АК-47 и так далее. Ну, игрушки детские, да? И что, если у меня ребенок получает за это внутриигровое золото, не отсчитается ему, что, 3 года тюрьмы, пиздюку 9 лет? Или 5 лет исправительных работ? Уважаемый Минфин. А вас самих за это посадить не надо? Ну, это так, мысли вслух. Хорошо, а как будете вычислять? Ну, в случае с биткоином, там, с эфиром, в принципе, все понятно. Там есть логическая цепочка блоков от одного к другому, от 3, 4 и 5, да? Вычислить можно, но, опять же, как будете доказывать, что это конкретно, например, мой кошелек, да? Или Васин, или Петин? Тоже это целый вопрос. Ну, а если это, допустим, какой-нибудь там, ну, Monero, или Rio, или Dash, или Zcash, или еще там сотни криптовалют, где транзакция анонимна, не видно, кто отправил и куда отправил, как будете вычислять. Здесь не будет работать ваш метод кнут и топор. Это, походу, за мной уже выехали, слышишь? Нет, у нас тут коронавирус зверствует, и как бы скорая постоянно ездит. Сбили мысль, ладно, продолжаем. Почему было не пойти каким-то нормальным другим путем? Например, дать льготную розетку для майнеров. Вот дай ты нормальную льготную розетку для майнеров, скажем, 1,5 рубля, да? И майнеры сами выстроились в очередь, чтобы заплатить тебе налоги. Почему? Потому что так они платят за розетку, условно, понимаешь, 5 рублей в Москве, там 3 рубля 79 копеек в Подмосковье, там в самых крутых регионах, я не знаю, но есть по рублю в Иркутске, рубль 10, да, 70 копеек область и так далее. Но в основном, как бы, от 2 до 3 рублей в среднем официальная розетка у нас получается. Это считается дешево, в принципе, в данный момент. Вот дай 1,5 рубля, сейчас бы все москвичи выстроились платить тебе очередь этот самый налог, понимаешь? А так получается, что, блин, и 5 рублей розетку заплати, и налог заплати, понимаешь? Ну, как бы очень-очень, ребята, дорого, да, получается, с той точки зрения, что надо не кнутом, а топором, а надо к людям идти с подходом. То есть люди, которые вынуждены платить вам налоги. Это, например, я, это Валера ТВ, это там Давид Хэнди ТВ и так далее, да, майнер-блогеры, не только майнер-блогеры, тут майнерами все в крипте не заканчивается, есть крипто-блогеры, да, есть дефи-блогеры, есть стейкинг-блогеры, есть мастер-ноды-блогеры, есть займа-блогеры крипто, есть, соответственно, эти не займы, а наоборот, как их, да неважно, короче, ты понял.
Все блогеры, они вынуждены. Но обычное население как топором или как? Или кнутом? Или скажете, ребят, приносите компьютеры, мы их будем все проверять. Так что ли? Но это же не дело. Можно было, я не знаю, с майнером понятно, да? Например, розетку понизить, они придут. Ну а если это трейдеры, например, у них большие обороты, им надо как-то выводить. Я имею в виду хорошие, успешные трейдеры. Как им выводить? Если у вас в налоге по самозанятости прописано 2 миллиона 400 тысяч рублей, ему как дальше выводить? Ему по-другому не вынести. Он не хочет там открывать фирму, он другое думает. Он сидит и смотрит вот эти графики круглосуточно, понимаешь? Ему не надо это ИП, ему не надо это ООО и так далее. Потому что если он будет сидеть там, значит, он будет здесь скилл терять, понимаешь? Вот отмени ему 2 миллиона 400 тысяч рублей, и он тебе будет раз в месяц переводить налог, понимаешь? Надо не кнутом и топором к людям идти, а надо идти с душой. Вы же как бы наше правительство, надо как-то и думать о наших интересах, а не только чтобы, как говорится, в карман денег положить. Вот. Ну, а если это какие-то, я не знаю, там DeFi проекты, там займы, да, криптозаймы, ну и так далее, да, то им можно было бы дать какую-то поддержку на госуровне, имеется в виду какие-то кредиты и так далее. Они тоже пошли к вам с удовольствием платить налоги. Потекли бы люди, если бы правильный подход был. А так получается, что вы говорите людям? 5 лет тюрьмы, 2 миллиона штраф. Ну и чего, будут платить? Кто-то испугается, заплатит, вопросов нет. Другие уйдут в подполье. А третьи, вот которых вы максимально хотите вот тут вот оштрафовать, вот здесь, да, там, обороты 45 миллионов, ты видишь, что ты пишешь 45 миллионов, там, 15 миллионов и так далее, да, этим людям они могут по закону сделать, просто перейти в другое государство. Что имеется в виду? Там, в Грузию, в Абхазию, в Армению, в Иран, в Казахстан и так далее. И все. И внутри той страны оплачивать налоги, если они там есть, да, и для них проблема будет решена. А вы что получите от этого, уважаемый Минфин? Вы получите отток капитала. То есть вместо того, чтобы делать приток капитала в страну, где максимальное количество электричества, где грех на этом не зарабатывать, да, вы делаете даже здесь отток капитала. Ребят, ну это неправильно, это большая ошибка. Вы так просто приведете к тому, что крупный бизнес в нашем малом майнерском, не майнерском, а криптобизнесе, да, он еще пока маленький, он еще только зарождается, да, он уйдет из страны. Вот и все, что вы получите. Это неправильный подход. Поэтому я рекомендую сменить все-таки метод топора и кнута на... Давай перечислю последний раз. Я повторюсь, чтобы было понятно, да? Майнерам льготную розетку убрать для всех криптоэнтузиастов, как минимум, которые, ну, которые вот в самозанятости прописаны, например, как криптоэнтузиасты. Прописать туда криптоэнтузиаст обязательно, самозанятость. Майнерам убрать годовой, ну, всем криптоэнтузиастам лимит в 2 миллиона 400 тысяч рублей. Сделать поддержку кредитов на госуровне с минимальными процентами. Поверьте мне, если вот это вот вы сделаете, ребят, это будет намного эффективнее, чем вы будете пугать людей. Мы в России живем, нас всю жизнь пугают. Вот в чем дело. Поэтому, чего еще тут хотелось бы добавить мне тебе? А, да, я эту новость написал вот давно, видишь, новости от Соленого, но ради тебя решил это все еще раз заснять, потому что здесь у меня 7343 человека, да, а в Ютубе 30 с лишним тысяч криптоэнтузиастов, поэтому обязательно вот сюда подпишись по этой ссылочке. И у меня к тебе, дорогой мой зритель, последний вопрос все-таки. Что мы с этим будем делать? То есть мы будем молчать, куда мы будем писать, куда мы будем жаловаться, куда мы будем обращаться с этой проблемой. И вообще мне интересны твои мысли по данному поводу. Обязательно напиши снизу свое мнение. Я прочту, может быть, на основе твоего мнения действительно мы как-то продолжим эту мысль. Вот. Последнее обращение все-таки к Минфину. Ребят, ну как бы не стоит этого делать, да? Переходить все-таки на язык. Вот это вот тюрьму посажу, оштрафую и так далее. Не стоит. Идите другим подходом. Это более правильно. Чтобы люди к вам потянулись. А у меня на сегодня все. Подписывайся обязательно в Инстаграм, Телеграм, на Ютуб, Твиттер. Я всегда везде рад тебя видеть. Всего доброго. Пока-пока тебе.